В Заречном начались подготовительные работы к установке фонарей на улице Ленина. Световых опор вдоль этого участка проезжей части никогда не было. Уличные огни зажгутся благодаря участию города в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время у нас прошла процедура торгов, определен подрядчик. Подрядчик в настоящее время заготавливает материал, необходимый для выполнения указанных работ. То есть сейчас уже по улице Ленина приступили к подготовке трассы под прокладку кабеля. Но для того, чтобы приступить к прокладке электрического кабеля, необходимо провести подготовительные работы. Вдоль дороги много кустарников, кое-где их придется убрать. По всей длине участка от улицы Заводской до улицы Транспортной будут установлены новые опоры. То есть в то же время мы пригласили КБУ для того, чтобы оценить возможность санитарной очистки лесного массива под установку опор освещения. После того, как работы по монтажу уличных фонарей на участке улицы Ленина будут завершены, световые опоры начнут устанавливать на промышленной. Все работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», запланированные на 2017 год, предполагают завершить к 1 сентября. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».